услышать друг друга и выстроить правильно дыхание. Для первого упражнения песню «Полюшка» выбрали не случайно. Исполняя ее в легато, это прием, при котором звуки без пауз плавно перетекают друг в друга, вокалисты могут прочувствовать все аккорды. Евгения Угрюмова регулярно проводит мастер-классы для вокального коллектива. 13 лет она занималась в казачке, и это определило ее будущую профессию. Отучившись в Казани на хоровое народное пение, посвящает всю себя игровому, танцевальному и песенному фольклору. Сейчас современный мир, и все немножко не так понимают значение слова фольклор даже. Вот. И сейчас моей задачей является даже написание диплома, то, что я написала, внести вот эту народную культуру, народное творчество, к молодежи, чтобы оно стало ближе, осовременить как-то, может, какие-то народные песни спеть с битами, и это очень интересует людей, вот, особенно молодежь. Для приобщения детей к народному творчеству традиционно провели игры. Хороводы под знакомые всем песни «Васадули в огороде» и «Матане». Как начали с нами работать, у меня появилось такое ощущение, как будто вот в каждого участника коллектива они как бы вдохнули, я не знаю, какой-то энтузиазм, вот эти вот горящие глаза. На данный момент планирую поступить в Казанский государственный институт культуры, ну и в целом свою дальнейшую жизнь связать с музыкой. Несмотря на то, что нефтьюганские школьники сегодня отдыхают на каникулах, солисты ансамбля «Казачок» усердно трудятся и репетируют. Ведь меньше чем через месяц им необходимо подтвердить звание образцовый художественный коллектив. Жюри будут оценивать не лично, а через видео. Это намного сложнее. Почему? Потому что жюри приехало, послушало, остались какие-то впечатления. А сейчас мы отправляем видео, и жюри будет просматривать этот видеоматериал. Понимаете, тут нужно настолько все правильно сделать, настолько чисто спеть, почистить все движения, спеть с душой красиво. Сегодня в ансамбле занимается 44 юных нефтьюганца. Ребята в возрасте от 7 до 18 лет, кроме подготовки к апрельскому подтверждению звания, репетируют новую программу для отчетного концерта. Алина Ширина, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск».